Я не знаю, что сказать, поэтому проще. Да и не надо ничего говорить. Сейчас назад выводит он нас, чтобы он учился в лесу ориентироваться. Потому что не сегодня-завтра чипирование, придется бежать в леса. Ну давай, выводи нас отсюда. Потому что... Ну не важно. Ходил в ту сторону, в этот раз я пойду в эту и узнаю что-то. Ну, как все понимают, сегодня я иду не один. Старый добрый оператор. Да. У которого почти всегда кривой горизонт. Ну, бывает. Что там такое? Как-то не похоже на птичек. Как будто кто-то ходит, да? Вроде никого не видно. Ну, ладно. Возможно, это дорога, где я с Денисом и с Сашей ходил на старое русло Нары. И опять две дороги. И думаю, что такую пойдем в эту дорогу, в эту. Ну, не знаю. Не знаю. Или на том, что пойдем по заросшей дороге. И посмотрим, куда выйдет. Пала сосна, как не уйдем. Упало две, смотри. Дорогу завалило, там он еще что-то лежит, видишь? Думаю, давай вон там пойдем, там какая-то типа тропинки. Нету там никакой тропинки. Она лежит давно. Смотри, она у нас сухая. Вот ведь незадача. Пойдем посмотрим, что еще дальше. Даже
Я не знаю, куда мы идем. Мы просто идем прямо в лес и все. Как надо? Еще что-то есть там чуть-чуть. Похоже, это тех, кто вырубку делал. Но тоже непонятно, куда туда дорога. Травы слишком много, да? Ну, я имею в виду, если костром раскладываться, ну да, попалишься нафиг. Нормально. Есть где посидеть, есть где небольшой костер развести. Ну, в нашем случае, ну, это да, горелка. Да. В закрытое небо практически. Да. И романтика, поваленные деревья. Видно их? Ну да, вон они. И если постараться есть. Не доехать. Ну да. По крайней мере, с той стороны за тебя. Не знаю, как стоит. Что, ты снимаешь течение? Конечно. Да лей больше. Лей целый. Я это и делаю. Как говорится, лей, не стесняйся. Посыпь побольше. Ну да. Чем? О, все нормально. Прям больше. Идеально, да, вот этого вот. Вообще четко. Ну все, ставь. Минус 2 литра. Все вот может быть. 2 литра. Нормально. Побольше. Криво, да? Да я не вижу. Нет, я имею в виду, съезжает. Да не, не съезжает, просто я криво не поставил. Ага. Все. Точно не съедет? Да не должен. Ну да ладно. Не должно. Мы решили попробовать на родных веревках от гамака. Как это будет? То есть, как я подозреваю, что вот так оно должно цепляться. А дальше. Ну, простейшая вот такая петля, как это видится мне. Как это будет сейчас на самом деле? Мы узнаем. Увидим. Отойди подальше. Теперь сядь, иди просто на бревно. Что у меня все получится. Ну или вы увидите, как я сейчас пизданусь с этой конструкции. Да. Выглядит ненадежно, да? Да, уже. Возможно, я узел неправильно. Что-то у меня не так, ребят. Так, веточка, давай-ка мы тебя вот как-то сюда пока что. Ну что, ребят, пожелайте мне удачи. Давай. Медленно и осторожно. Так, ну оно уже выдержало. Оно уже меня держит. Это уже хорошо. Да. Отлично. Да? Кайф. Единственное, как всегда, ноги выше головы. Головы. Ну, а так все в порядке. Лайк. И лежишь довольный. Сашка пишет про завтра. Но я уведомление что-то скрыл. А здесь есть интернет. Мяш. Загружается. Но у меня аж без деления, это тоже еле загружается. Ну, в общем, он это отправил сообщение. Я не знаю, дойдет оно, не дойдет. Как все уже поняли, у нас чисто прикол. Сходить куда-нибудь подальше. Километров так. На 3. Да мы на 3 штук ушли.
да? Только на 3. Ну, в данный момент, да, в данной ситуации только на 3. Точнее, в 2,5. 2,5? 2,5 километра мы сюда пришли. Это сегодня не будет 10 километров. Ну, не будет, ничего страшного. Не каждый день по 10-8 километров гулять. Ну, в общем, мы вот пришли чисто попить чайку. Вдали от цивилизации. Вообще красота. Для тех, кто боится по лесам шарахаться, это какое-то извращенство получается, так как мы, образно говоря, ушли от цивилизации лишь чтобы попить чайку. Ну, как бы да. Но все, как говорится, дело вкуса. Как есть такая поговорка. Как-то раз спрашивали, ты ж, ну, когда я вот так размешал и сделал так. Ты чё, говорит, попил чай через ложку? Я говорю, да. Это прикол с Алиэкспресс. Ложка и заодно трубочка. Пить через нее чай. Но она предназначена только для размешивания. Ну да, нет, не для размешивания. Вот она. Ну, чтобы ей это... сахар хрен зацепишь, я тебе скажу. Так это не для сахара. Это именно вот, чтобы чай... размешал. И нормально. Да. И пьешь. Так еще у нас он, смотри, какой крупнолистовой, да? Угу. А где мелкий? Она же его не пропускает. Так что наслаждайтесь. Такое ощущение, что вон там вот кто-то есть. Ты вон сзади тебя фигачит. Хрен его знает. Может, кто типа нас тут лазит, матку знает. Я же не один фанат в лесу полазить. Орёт. Я думаю, что там кто-то прется, потому что мы слышали, там ветки хрустят. И птицы просто так не орут, орут только, когда кто-то рядом ходит. Рассказывала. Не будем говорить, кто. Ты слышишь, стучат тебе. Охуеть, что это за хуйня? Как, блять, в бубен кто-то стучит. В общем, что нам рассказывали? Что в этом лесу, в нашем, пропадают люди. То есть, а если люди пропадают, соответственно, кто-то их куда-то девает. Странно все это. А информация о том, что люди пропадают из полиции, этого человека родственники в полиции. Ну ты сам слышал, да, как в бубен стучали. Может, это кто-то по той канистре тоже колотит. Да так слышно.
Я тебе говорю, в следующий раз бинокль бери. Поверни туда. А, не, показалось, вот это ветка, бля. Мы как-нибудь снимем видео, как вас немножечко обманывают на других каналах, где всякая мистика и все. У нас относительно всей происходящей херни вокруг все по-честному. Но если не считать, что я в одном видео наложил на пневмашку звук настоящего пистолета, да? Мы никогда не добавляли никакие спецэффекты больше в наши видео. У нас все, что звуки, это звуки настоящие. И поэтому мы как-нибудь снимем видос, как вас наебывают. И знаете, что меня поражает? Люди любят быть обманутыми. Неважно это, в религии, правительством, кем угодно. Вплоть даже на обычном видео на Ютубе. Нет уже, да? Да, жалко. Не, ну слушай, ну это угарно было, да? Белочка. Белка. Че, нету? То ли она там, где, блядь, сидит. Ну, ты смотри, больше ветки не шевелятся. Ну да. Так она знаешь, с какой? Откуда она? Смотри. Я сначала увидел вот не эти ветки, что шевелятся, а вон там вообще вдали. Из-за чего я тебе начал эти базары, что, типа, может, хищник фильм документальный, несколько прикалываться, да? И потом смотрю, хуяк, следующая ветка. Хуяк следующий. И я понимаю, что это не ворон, ничего. И потом вот мы с тобой увидели, как она здесь не пролазит. Но мне кажется, она уже вон туда куда-то улезла. Ну зато ты видел белку живую. Прикольно? Понравилось? Нормально. Сейчас заодно проверим, как быстро пилит эта пила. Ну здесь ладно. Здесь и ребенок распилят. Давайте попробуем, где побольше. Ну-ка. Все-таки неплохая пила. Сними толщину среза. Для такой малютки, я считаю, это классно. И место практически не занимает. Вот так. Вон там дорога. Вот. Их, ё-моё. Слушай, тут вообще... А ты что ожидал? Они здесь тоннами. Здесь болотистое место, здесь больше влажности. А значит, их тут будет побольше. Так, это ладно. Вон, сними, сколько попадало деревьев. Вообще жесть. О-хо-хо. Так, ладно. Это на болото точно не тянет, да? Угу. Значит, все скорее оно вон там. Я думаю, это скорее переход в болото. Нет. Просто сейчас главное не обмануться туда идти. Спасибо.
там вообще хвост едет повален. Так, а вот и отдельный. Смотри, трясина. Угу. Вот поэтому я тебе и говорил, что нам с собой надо таскать семитонник. Мало ли что вот так. А тут раз и вытянули один другого. Блин. Мы, короче, от дороги далеко. Но вон там. Ну, по крайней мере, так показывает это. Карта. Мы, а вон эта дорога. Нам вон в ту сторону надо. Но суть в другом. Ты сам знаешь, на карте кажется далеко. А в реальности, помнишь, мы к Пете тогда дорогу прошли лишку, а так же было на карте. Ладно, погнали. Я понял, куда идти. Идем, что-то. Да ты зря вытащил, тут как раз такая непроходимая, это было бы клево. Я не сказал, что я вытащу. Не выпустил? Нет. Я все еще снимаю по каким-то. И кто бы шел сюда с ребенком, у них бы уже матка в космос летела. Так, не торопись. Ребята, все болото пересохло. Вот тебе и болото. Вообще. Вот мы примерно здесь лезли, да, тогда? Ну, я имею в виду по такой же фигне. Меня больше знаешь, что прикалывает? Вот мы стоим, стоим, а вот этот вот непонятный чё, сборище берез, вот это вот, ну, стоит тут рядом. И нам норм. Ну, кстати, да, угарно. Вот. Так, подожди. Блин, мы все равно далеко от той дороги. Может, тогда чё? Чё, назад предлагаешь? Да. Ну, назад нам проще выйти. Как мы уже всем показывали. Видно я, хорошо? Ага, вот это синий. Мы всегда выйдем назад по этой синей полоске. В этом плюс. Сейчас я покажу, сколько мы примерно прошли. Ну, общее расстояние у нас вот. Но все равно, чё? Идем назад. Потому что блин, обидно, конечно. Сейчас я точно посмотрю, где север.
Ну, конечно, как всегда, иди посмотри. У меня в руке ни один компас не показывает никогда. Дергается. Давай-ка я. Это север там. Север там, да? То нам тогда вообще вон туда идти, к той дороге. Ты прав, пошли назад. Я смысла не вижу это, ну. Лазить тут. Было бы еще, знаешь что, время поменьше. Че, возвращаемся? Угу. Давай компас. У меня что, лицо во весь экран? Нет, не во весь. Ну, в общем, ребята, мы вас огорчим, да? Или разочаруем. Решите, как сами хотите. Хотя с учетом того, сколько нас смотрят, вряд ли. Ну, все равно наши-то смотрят, кто нас знает. Ну да. Пойдем мы назад по этой синей полоске. Вот эта программа у меня второй день. Плюс того, что она работает, даже не включенная. Мы когда забыли с паузы ее снять и включили метров через 50, она все равно прочертила полоску до того места, где мы включили. Правда, по прямой, но приблизительно вы все равно маршрут будете знать. Ну все, пойдем назад. Я не знаю, что сказать, поэтому проще. Да и не надо ничего говорить. Сейчас назад выводит он нас, чтобы он учился в лесу ориентироваться. Потому что не сегодня-завтра чипирование, придется бежать в леса. Ну давай, выводи нас отсюда. Ну не важно. Ну что, сообразишь, куда дальше? Понятно, что он туда берет. Ну ты веди, веди. Я-то знаю, куда идти. Я-то помню, где мы были. Мне самое главное, чтобы ты ориентировался. При этом, слышь, не забывай смотреть под ноги, чтобы тебе шнурки не попадались. То есть не просто бездумно лазить по лесу, а обращать внимание, где идешь. Опа. Сам чуть не запнулся, блин. Как образно говоря, если бы человек, который курит, рекомендовал не курить. А сам при этом бы курил. Ну, типа того. Ну, здесь ты помнишь, я тебе говорил, осторожно. Бревна. Ну а дальше уже что тут? Тропинка. Тут уже не промахнешься. Нет, не отсюда мы пришли. Ты правильно шел сначала. Потому что кто-то в обход здесь тоже шел. Но ориентир-то все равно будет один и тот же. Ну что? Не знаю. Ну смотри. Куда идти-то дальше-то? Вспоминай. Ну что ты на меня смотришь? Все, я тут. Ну давай, походи, посмотри, откуда мы пришли. Хотя бы примерно. Местность рассматриваю. Причем тут местность-то? По логике рассуди, откуда мы могли прийти. Ну разве мы шли через заросли? Вспоминай. Ну да, ты же с руками не непонятно. Ну, вон, мне кажется, вон туда надо идти. Да, блин, на сколько? На 3 квадратных метрах можешь начертить такой круг, как будто не знаю. Ну, я запоминаю в лесу, сколько я раз куда повернул. Я назад всегда выйду. А теперь я запутался. Ну, что тут путаться-то? Вон тропинка-то, ё-моё. Я тебе говорю, я-то выйду при любом
раскладе. Вот это ты буранул. Ну чё, сориентировался? Вон, смотри. Видишь, артефакты валяются. Даже по артефактам можно найти, где мы шли. Вон, видишь, ножка. Я тебе говорю, замечать в лесу надо все. Потому что мало ли что. Ну, дальше тут уже, как говорится, и слепой дойдет. Да,